Знакомясь с крупнейшими предприятиями региона, Станислав Воскресенский не мог обойти стороной завод «Эггер» в Шуе. Предприятие это для района очень важное. Налоговые поступления в городской бюджет в 2017 году составили более 30 миллионов рублей. Кроме того, это очень важные для Шуи рабочие места со средней зарплатой от 30 тысяч рублей. На сегодняшний день работает у нас 378 человек. Из них, могу сразу сказать, это более 300 человек, это именно жители города Шуи. И в районе 50-60 человек – это жители города Иваново. В Рио губернатора показали весь процесс производства древесно-стружечных плит. И, конечно, гордость предприятия – высокотехнологичное оборудование. Прогресс не стоит на месте, постоянно движение вперед. Ну, сами можете видеть, линия там где-то 100 метров, по-моему, длиной. В принципе, ей управляют два человека. Оператор и сортировщик вдвоем. При необходимости можно даже с одного пульта ей какое-то время при необходимости управлять. А совсем скоро поводов для гордости у руководства и работников предприятия станет еще больше. В 2018 году ООО «Эггер Древпродукт Шуя» приступила к реализации нового инвестиционного проекта. Вскоре здесь начнут производить сотовые композитные ДСП «Евролайт». Объем инвестиций в этот проект составит около 2 миллионов евро. «Эггер» – компания с европейскими стандартами качества и русской душой. 5 лет назад предприятие инвестировало свыше 50 миллионов рублей в строительство Шуйской объездной дороги. В 2016 году приняли участие в реконструкции городского парка. На этом руководство компании останавливаться не планирует. Впереди еще много проектов, выгодных как предприятию, так и муниципалитету. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново, Шуйский район.